Этой осенью ГЦСИ представит в Москве фестиваль «Видеть звук», задуманный куратором Виталием Пацуковым и его единомышленниками из разных стран мира. Специальным гостем фестиваля мы пригласили норвежский театр «Верденстеатрет», который на неделю превратит выставочный зал в ГЦСИ в уникальное сценическое пространство. Верденстеатр – это один из самых удивительных театров в настоящее время. Это театр, который, можно сказать, являет метафору Шекспира, весь мир театра. Не случайно так он называется – мировой театр. Его образ – это синтез всех искусств, синтез всех новых жанров, где фактически нет деления на жанры, хотя мы можем видеть там и видеопроекции, и отдельный звук, и свет, состояние актеров, перформативные формы культуры, взаимоотношения между механическими формами, роботами, электроникой и естественной формой звуковой технологии. В этом театре нет деления фактически на зрителей и участников представления. Здесь нет публики, здесь все становятся участниками этого великого перформанса. Норвежский театр очень хочет приехать в Россию. Для них выступление перед российской публикой, которая известна своим искренним интересом к новым явлениям в мире театрального искусства, также важно, как и для нас, продемонстрировать этот необычный театр впервые в России. Нам уже помогают посольство Норвегии, Министерство иностранных дел, Офис современного искусства Норвегии. И нам не хватает суммы, которая могла бы покрыть расходы, связанные с монтажом сложносоставной конструкции театра и техническим обеспечением спектакля. Без вашей помощи нам будет трудно организовать это представление. Поддержите наш проект, станьте первыми зрителями спектакля.